Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Барри. Бывший морской пехотинец Барри не может найти себе работу на гражданке после окончания военной службы, где он показал себя блестящим воином. Солдат неоднократно рисковал своей жизнью и совершал героические поступки, за что и был награжден знаком отличия. У него нет никаких других навыков, кроме тех, которые он получил во времена своей службы. Барри решает стать наемным киллером. Работа ему не слишком нравится. Она малооплачиваемая и небезопасная, поскольку каждый день он рискует оказаться в руках полицейских. Однажды выполнение очередного заказа приводит его в Лос-Анджелес, где он случайно попадает на занятия кружка актерского мастерства. Творческая атмосфера, удивительные люди вдохновляют бывшего солдата, поэтому он решает стать актером и полностью изменить свою жизнь. Вражда. История соперничества двух величайших кинозвезд всех времен, Джон Кроуфорд и Бет Дэвис. В ходе работы над психологическим триллером Роберта Олдрича «Что случилось с Бобби Джейн?» актрисы пытаются сжить друг друга со свету. «Подойди и обними меня». Детективы и популярная актриса никак не могут излечиться от ран, оставленных их общим прошлым, где произошло убийство. Радиороман. Из-за слепоты матери Сон Гэрим с детства слушала радио, поэтому взрослая девушка стала работать сценаристом радиопрограмм. Но писатель она не самый талантливый, и когда руководство решает закрыть ее передачу, Гэрим неожиданно удается пригласить ведущим известного актера. Шучу. Джефф – настоящая звезда детских передач. Он весел, жизнерадостен, а главное – способен развеселить любого. Но сказка не может длиться вечно, его брак трещит по швам, семейная жизнь летит под откос. Как тут улыбаться? Дубль 2. Потерявшая популярность телезвезда Сэм вышел из реабилитационной клиники и пытается перезагрузить карьеру. Ради подготовки к потенциальной хитовой роли она подряжается помощником частного детектива Эдди. И хотя тот сначала скептически относится к новой подчиненной, выясняется, что актерские навыки Сэм чрезвычайно полезны в подобной профессии. Пока не поздно. У актрисы мюзиклов Микаэль есть удивительная способность. Девушка может видеть продолжительность жизни людей. Однако она встречает мужчину, который сможет остановить ее время. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!